Вот нам в идеале, блядь, типа, если, блядь, типа, чтобы по мосту шел поезд, блядь, и чтобы это время, блядь, я говорю, так пусть не успеете, блядь. Ну, в смысле, я говорю, ну, допустим, вот поезд приближается, блядь, у вас, блядь, есть 10-15 минут, блядь. Так я тебе скину сообщение, блядь, пока вы расчухаетесь, блядь, он 10 раз пройдет мимо, блядь. Или пока далеки кто-то сюда, блядь. Ты его, блядь, где ловить этот поезд? Ага. Потом. Или на выходе. Ты знаешь, говорю, блядь, у нас единственное место по этой ветке, блядь, у которой тут через Преображенские мосты, единственное место, где они могут отстояться, блядь, это, я говорю, блядь, узел, блядь, больше просто нет, блядь. Ну, либо, говорю, на заводах, блядь. Я говорю, будешь посылку компоновать, блядь, я говорю, скомпонуй, блядь, мне пластилина, блядь, там много. Я говорю, ну, я так прокинул, говорю, блядь, я говорю, килограмм 10, блядь. И радиодетонаторы, блядь, с инициатором, блядь. А нахуя? Я говорю, ну вы же, говорю, два раза уже не попали, блядь, по перевышке, блядь. Ну, у тебя два копейки, да, ну, кем-то электрик обработает, там, блядь, на телецентре. Я говорю, вначале подарил, блядь, первого двух опор, куда она накрывала вторую, блядь, обосновала воды, блядь. Ну, а когда пойдет, блядь, на Домань подарил, блядь, вторые двух опор, блядь, чтобы уже, блядь, скорость набрала, блядь. Я говорю, блядь, накроет эту полицейскую хуйню, блядь. Блядь, провалит, нахуй, с девятого этажа, блядь, наверное, до третьего, а то и до первого, блядь. Там, чтоб не скользить, блядь, машины. 40 под мостом. И топливозаправщики, блядь, и полные, и полупустые, блядь, и вся эта хуйня, блядь. Плюс этот ман, блядь, с душкой, блядь, с паркой, блядь. Зенитку уже поставили, блядь. Все скорые помощи, блядь. Микроавтобусы, блядь. Эти, блядь, джипы, блядь, с этими сосанками, блядь, пулеметами, блядь. Ну, вся эта хуйня, блядь. Ну, техосмотр, блядь, готовы. Мне написал, блядь, говорю, блядь, говорю. Я говорю, фотку сделать не получилось, но поверь на слово, блядь, вся автотехника, блядь, там, блядь, сейчас. Там Искандера хватит, блядь, чтоб накрыло нахуй все это. Просто, блядь, говорится, блядь, бригада, блядь, будет выведена из строя полностью, блядь. И, блядь, уже некому будет, блядь, ехать, блядь. Будут набирать новых.